соскучилась по дороге. Я прямо вот мечтала. Сейчас подумала, думаю, интересно, снег сошел там. А это смотрите, как в детстве у нас были эти камушки. У вас всего, говорит, 2 дня осталось, типа того. Потом, говорит, будет штраф. Друзья, всем доброе утро. Меня зовут Яна. Вы на канале Мотлу Тревел. И мы с вами идем на автобус. И едем в другую страну. Жду своего мужчину. Он меня туда должен отвезти, но хочу немножко пройтись. Он в любом случае по этой дороге поедет. Посмотрим. Вот. Надеюсь успеть. Я еще ни разу отсюда не выезжала на автобусную станцию, потому что здесь немножко далеко. Не знаю, есть ли автобус с утра. Нету автобуса. Поэтому попросила своего мужчину турецкого. Что-то глаза сегодня не могла открыть, жарко ночью. Ну ладно, идем. Вот этот отель Green Life. Иду мимо него. Такая тишина везде, еще прохлада. Тут какой-то ресторанчик. Но сейчас цены такие, что ресторанчики все пустые стоят. С какими-то, смотрите, слониками. Слоники. Какой-то Эд-бас со слониками. Все открыто, все стоит. Пиво, наверное, это самое. Охрана есть. Уже эти листья тоже у нас тут сухие валяются. Тут строят что-то. Новый дом. Такой красивый. Красивые проекты. Не знаю, насколько они устойчивые, но красиво смотрится. Такое все в зелени будет. Вот эти виллы. Смотрите, это хурма. Зеленая такая большая висит. Елочки. Там, смотрите, маленький котик смотрит, что я от него хочу. Прям тут на дереве, смотрите, сидит. Вот то мне говорит Яна, почему ты не кормишь кошек. Даже вот написано, смотрите. Пожалуйста, не кормите котов. Они заболевают от разнообразной еды. Есть тех, кто о них заботится постоянно. Вот такие таблички везде висят, потому что ходят специальные женщины и специальным каким-то кормом их кормят. Потому что все же вот, меня же уже где-то осуждали, что я там в Египте кости от курицы давала кошкам. Все написали там, что так делать нельзя. Ну и все. Как бы... Ох, жарко. Уже утром. Чай сейчас 20 лир. В общем, вот наш автобус. Я еду в этот раз не одна. С девушкой. Совсем мне незнакомой. Надеюсь, все будет хорошо. Атагар. Написано донер дурум 100 лир. Вот такой атагар. Алании, кто еще не знает. Здесь всякие булочки можно купить, чай стоит, там кафешка. Чай вот мы попили 20 лир. Здесь с этой стороны такие горы. В общем, я так соскучилась по дороге, я прямо вот мечтала. Я вообще не могу сидеть вот на одном месте, вообще не могу, это какой-то кошмар. Поэтому то мне говорит, там я скитаюсь, мотаюсь. Так это кайф. Было бы больше денег, я бы еще чаще это делала. Вот смотрите, автобус наш. 1+2. Он стандартный такой, комфортный.
скоро выезжаем. Они выезжают четко. Не представляете, какой это кайф так ехать. Мне все интересно, все. Вон там отели на горизонте. Это мы уже... Не знаю, это, наверное, Кызылот. Проезжаем. Или это уже Седе? Я такая любознательная. Автовокзал Хуанавгата. Едем дальше. Люди садятся, вообще полный автобус. Мы уже в Анталии. Очень комфортно, прохладно, так прям прелесть. На улице 40. Очень хорошо. Кондиционеры работают на полную катушку. Wi-Fi есть. В общем, есть сок, смотрите, свежевыжатые всякие напитки. Я купила кофе, тоже подорожала. 60 лир стало, было 50. Такие bubble tea есть. Так, народу много. Так, вот раз. Ошибка. И вот туда. Скоро будет ровная дорога. Сейчас, конечно, серпантин. Вон туда сейчас выезжаем. Офигеть. Вот там за этими домиками озеро Сауда. Вот там белое такое. Я там была один раз проездом. Так хочется. Там как-то считается турецкие Мальдивы. Такой белый песок. Там не песок, а такой как-то вулканический. Какой-то гравий. Меленький. Это вот Будур место. Красота. Все чистенькое, ровненькое. Не устаю удивляться. Домики везде. Очень часто останавливается автобус на проверке документов. Очень часто. Вот мы едем всего, ну не знаю, 5 часов, и 2 раза уже остановили. Ну, проверяют только вот турецкие эти, кимлики эти. А паспорта других стран просто смотрят, встречают фотографии и все. То есть не смотрят ни на дату въезда, ничего. Абсолютно. Потому что это, видимо, длительный процесс. Они перестали это делать. Раньше делали. Сейчас подумала, думаю, интересно, снег сошел там около Грузии. Вот проехали Афьон. И опять проезжаем этот гранит или мрамор. Что это такое вот? Видите, какие-то булыжники прям такие огромные. Тут много-много-много фабрик подряд идут. Не знаю, не написано. Экспорт. Вот тут всякие булыжники. Где-то мрамор, где-то вот черное, это, не знаю, гранит. Чем отличается? Я, кстати, так и не поняла. Видите, прям здесь, видимо, в этих вот холмах это все добывается. Вот интересно, как меняется ландшафт. Смотрите, сейчас подъезжаем к Анкаре. Ребеночек с нами едет, маленький. Проснулся.
Вот такие, видите, уже холмы просто такие неострые, песчаные. Светло-желтого цвета. У меня вот еще есть прям такая мечта проехаться на поезде. Здесь уже он ходит от Кони вот в Анкару. Интересно на поезде проехать. Вот он как раз вот там, видите, станция. Он так между гор идет. Очень красиво. Идет скоростной поезд. Приехали в Анкару. Вот тут, смотрите, такая какая-то огромная такая горка. Видимо, какой-то парк аттракционов. Как обычно. Пробка. Машин миллион. Вот смотрите, видите, какая горка там. В общем, прибыли в Анкару. В этот раз мы едем, в общем, и очень редко мало остановок. Просто какой-то кошмар. Мы два раза задержались, какую-то женщину у нас тут выявили. Ее два раза проверяли на этом самом полицейском участке. Подолгу, минут 15, наверное, по 20. И потом получается, что мы ее ждали, и теперь автобус гонит вообще без остановок. Просто куда мы раньше заезжали, мы теперь не заезжаем. И уже, не знаю, часа 4, наверное, или 5, на остановок едем. По 200 с чем-то километров. Ну, в общем, тяжеловато, как бы, конечно. Ну, вот, из-за того, что задерживались, стояли, раньше проверяли. И, конечно, в туалет бы хотелось. Но, увы, пока нету. Кстати, вы знали, что столица Турецкой Республики – это не Стамбул, а Анкара? Здесь, конечно, вообще потрясающее здание, огромное, такое все новое, такое все прям огромное, вот прям мегаполис огромный такой, интересно. Столько торговых центров, прям вот на каждом шагу, на каждом, там каждый, там, не знаю, 500 метров, там, не знаю, грубо, какой метр, торговый центр какой-то, интересно так. В общем, приехали мы на какую-то опять остановку, встали. Я не знаю, но я хуже, наверное, вот ни разу еще не ездила, потому что такое мучение, 5 часов, вообще ноги все отекли сразу же. Обычно я на втором автобусе уже, у меня ноги отекают только, когда обратно еду. Тут у меня они на первом уже сразу отекли, вообще ужас. Мучение натуральное вообще, просто. Взяла вот чай, есть ничего не хочу, какой-то ужас. Вот автобусы стоят, есть кафешка такая. Вот там все эти булки опять. Здесь в основном, я говорю, одни булки можно что-то взять. Вот здесь такие эти пешмания. Тоже в кафешке 110, 75, 80 лир. Это вот маленькие наборчики по 35, по 45. Пешмания тоже 50 без всего. 60 с этими с орешками. В общем, здесь, конечно, выбор такой огромный, вот прям орехи такие вот. То есть, обратно будем ехать здесь. Я каждый раз думаю, надо что-то взять. Манты. Ну, там они пустые внутри. Эти всякие какие-то варенья, манго. Манго. 165 лир. Чеснок. Вот я не знаю, что это. Ну, это мирджемек этот. Как она? Мирджемек. Мирджемек. Чечевица. Крема по 150. Здесь лукум. Вот даже мармелад есть, смотрите, 230. Первый раз вижу. Это лукум по 200. Такой, ну, такой простенький это. Такой, без всяких наворотов. Без сливок. Дрожже. По 230 килограмм. Я уже не понимаю даже. Всякие дрожже.
Вот это вот уже, видимо, с орехами по 795. Это смотрите, как в детстве у нас были эти камушки. 575 лир. И здесь 575. Это, видимо, уже внутри с шоколадками. Вот это 320. Ну, это, конечно, лучше в Грузии брать. Такой смысл. Изюм по 300. Здесь орешки. Вот такой хороший набор. 380. Ой, напитки всякие. Это лебли. Ну, это что-то дешевое. Это горох это. Это не орехи. Горох. Здесь на чипс 130. Такие сувенирчики. 75. Такое что-то с орешками. Такие вот фенечки. А, браслетик. Зеркальце. Зеркальце. Такие всякие браслетики. Ну, сувенирчики на память. Надо походить, а то я вообще так устала сидеть. Очень. Главное, чтобы автобус не уехал без меня. Ну, вряд ли. Конечно. Дорого. Вот кола 45. Фанта 45. Спрайт тоже 45. Так что. Очень хорошо вот эта минеральная водичка маленькими бутылочками. Просто прелесть. Друзья, мы в Самсуне. И тут дождь. Такое счастье. Почему я приехала не на Кипр, а сюда? Потому что здесь дождь. Потому что здесь прохладно. Я так мечтала об этом. Такое счастье. Здесь прям вот такой дождик накрапывает. А у нас жара там плюс 40. Ну, очень грязный, конечно, автовокзал. Здесь вообще очень неухоженный. Грязный, туалет ужасный, не то что платный. Это просто кошмар, но все равно, ладно, что делать. Туалеты везде подорожали. Были 5 лир, сейчас везде 10. Но чище не стали, где-то чистые, где-то не очень. Так что, все дорожает. Хватают, вырывают. Приехали мы сюда на Сарпе. Это люди, которые помогаторы. Толкаются. В общем, кошмар. Обстановка, конечно, неприятная. Хорошо, у нас вещей нет. Здесь очень длинный коридор. Он даже какой-то голубь. Видимо, больной сидит. Кричат все, орут. А интересно, не работает эта штука здесь? Нет, наверное. Сейчас, в общем, для турков, чтобы выехать в другую страну, 500 лир. Было 150. Просто за то, что пересекаешь любую границу. В общем, там виза продается. Вот уже сейчас стало 500. Обещали 3000, но передумали, сделали всего 500. То есть это, грубо говоря, 1500 рублей за то, что ты просто выезжаешь из страны. То есть, например, сюда-обратно
Может, она как-то там на сутки дается. Они же вот часто переходят границы, мне кажется. Или, может, просто грузины переходят. Я, честно говоря, не знаю. Сейчас мне пограничник на этом на выходе говорит, что у вас, говорит, 88 дней. Уже, говорит, в Турции. Как 88 дней, когда я прилетела 18.06, и до этого 3 месяца меня не было. Как я могу 88 дней здесь находиться? У вас всего, говорит, 2 дня осталось, типа того. Потом, говорит, будет штраф. Что попало? 18.06 я прилетела, и до этого 3 месяца ровно была в Хургаде. Что бы там говорить? Где-то, видимо, у них что-то не отмечено. Какую-то ерунду говорит. А сегодня 59-й день. Все нормально. Сейчас что попало? Так что чувствую, будет интересно обратно, когда буду заезжать. Ну вот, здесь тоже были какие-то проблемы, что-то они меня там спрашивали. В итоге запустили тут все эти обменники. Смотрите, какая очередь на вход. Обалдеть, сейчас народу очень много лета, потому что все туда-сюда курсируют. Сейчас вот часть автобуса разделилась, часть поедет в Тбилиси. А мы едем в Батуми. Ну, здесь, смотрите, сразу пляжик прямо около границы. Ой. Дороги, конечно, у них это не Турция. Да. Машины. Ну, кстати, отельчики маленькие. Такой вайб. Здесь, конечно, столько машин, ужас. Мальчишки прыгают со скалы. Тут же машины. Ну, граница, чё, конечно. Чего удивляться. Все лезут везде. Как они, интересно, разруливают между ними. Я всегда эти габариты боялась. Фура на фуре. Мы с вами находимся в солнечной Грузии. Только сюда приехала, только что, после автобуса 25-часового. И вот мы продираемся сейчас в Батуми. На этом же автобусе дождались. Хотели поехать на городском, но решили, что лучше с комфортом дождаться. Тут проезжаем прям пляж, пляж, пляж. До самого горизонта пляж, машины. Тут в Батуми сплошной пляж галечный. Вот Грузия — это как блеск и нищета. Такие огромные дома вот тут на горизонте, и тут же какие-то вот постройки непонятные. Вообще интересно, так все сочетается. Разбитые эти тротуары. И тут же такие шикарные дома огромные, новые. В этот раз очень долго ехали, наверное, 5 часов, и у меня ноги отекли сильно, вообще кошмар какой-то. Конечно, буду ходить, не представляю, гулять. Надеюсь, что расхожусь. Вот такой ресторан, например, да, там вода бежит, все красиво, и тут же какие-то такие вот дома, вот такие. Особенно, когда вот еще натянуты у них эти веревки во дворах. Чем-то вот на Египет похоже тоже. Какие-то муравейники. Все строится. Вон стройка на стройке. Смотрите, красивые какие цветочки. Пчелка летает. Целая прям тут такая аллейка. Ты на этот, сирень, что ли? Не знаю, не понимаю, что это за цветок. Смотрите, вот кто знает. Красивый, пахнет хорошо. Сирень, наверное, похоже, отцветает. Вон тоже красивая, это самое побольше. Идем ищем домик наш. Где-то я тут сняла чего-то, вот какой-то хотел. Вот совсем какой-то маленький, у меня какой-то побольше. Я даже, честно говоря, не знаю.
Ну, какие-то квартиры, апартаменты сняли. Я сняла, точнее сказать.